Ну, обычно сколько раз приезжаешь, мест нет. И очень много таксистов вот стоит, а для простых людей мест мало. Ну, когда для машин места нового идет, это же всегда хорошо. Не знаю, мне кажется, это плохо, потому что здесь и так постоянно много машин. Тем более они, ну, в принципе, они так и так заезжают постоянно на брусчатку, так что без разницы. Здесь половина стоит на брусчатке. Это хорошо, то что больше будет парковочных мест, а люди всегда найдут, где им пройти. И так в городе тяжело с парковочными местами. Я считаю, по моему мнению, то, что больше парковочных мест, это лучше.